тоже. Так, может быть, сторону латышками выкидать? Давай, даже такой вопрос. Чтобы прислать. Чтобы соседки пришли и говорят, что такое у вас? Знак различия. Что-то такое. Это трехлетний Беликова. Себе повешу. Много. Не купишь себе отдельный холодильник. Отдельный холодильник. У них двухкамерные, им пока хватает. По камере, да? По камере. Опа. Хорошо. Привыкайте. Ура! Зигаю! Кстати, это самый ярый и самый такой, ну, самый интересный товарищ, который вот так. С Литвы с большим удовольствием к нам едет так, всегда. Нет, на русском языке надо. Но, поближе, ну, границы живет. С Литвы там можно пешком дойти, не просто доехать. Все, так. А у него там еще прокопано. У него бензоколонка, да. Каменная. Здесь недалеко, 160 километров всего лишь. Да. Если бы с такой поднялся на крышу. Бензовый бензин. И на холодильник. Придется холодильник покупать. Он жил дикарем, а теперь холодильник надо брать. Прими на вооружение. Здесь не хватает одного флага. Ну я принял. Я уже полчаса думаю. На вооружение, понял? Да. А нету такого флага. Ну знаешь какой? Он будет... В середине? Да. В середине будет остановка. Так-то не надо. Видите? По порядку. У нас вот мы собираемся, наш, как говорится, клуб, ну как ты говоришь, пока волчий такой, у нас будет «Жамайтио Сьявиста» называться. Потому что... Тогда здесь и толстого флага не будет. Нет, «Жамайтио Флаг». Георг, завязывай. Здесь будет только ретро-яво движение. У тебя литовский флаг, у тебя тоже лёгкий. «Жамайтийский флаг», потому что у нас... Да? Это ваше личное. Да, здесь движение ретро-яво. Будет. Здесь движение ретро-яво. Я приезжал на... Подожди секундочку, извини, пожалуйста, вопрос у вас у наших лет. Со скольки лет у вас? В Литве можно права на мотоцикл. 18, что ли? Нет. 16 лет? 16 лет до 125 кубиков. Ты мог заявить 18? Почему? На яме, да. 18. Вот был тоже на спидвее, набирал 3 выпил, знак различия, ну, конечно, это прицепить сразу надо, понимаете? Ну, да? Сразу и прицепить. Нет, надо парню жилетку тогда сразу. Ну, подожди, у него остался один месяц до получения права. Тихо. Лёшка у нас особая личность, это первый, значит, клубень, который, скажем так, заработал полноправный статус товарища, да, команда клуба, вот он был первый. Действительно, первый прошел сезон кандидатом, и в прошлом году, вот на этом же самом месте, ему были вручены шевроны клуба. Команда клуба. Не кандидат, а команда клуба. Вот прямо здесь. Все было. Публично, красиво все. Я-я! Все так. Натюрлик. Значит, конец этикета подписан, все это дело замыли, хорошо, утку там зажали, не помню себе. Она еще там до сих пор есть. Железная, что ли? Нет, голова там лежит до сих пор в углу. Короче, зажарили утку, и потом я еще, наконец, в бассейне это тело загладил. Про конец не надо ничего, да? Серега держит. За поддержку. Молодцы. Ой, бородатый, люблю это! Так, значит, ну, выпилок. Но у тебя есть поклонник. На том конце. Я говорю, любой каприз, а ваши дни. Так, значит, знак различия. Ну, там. Ну, ты успокоился. Я 100 раз так делал. Мне из-за тебя второй холодильник бывает придется. Ты нас оставишь, да?
Мы с Лехой объехали Калининград, Финляндию объехали, Эстонию, Литву. Можно я добавлю? В общем, все. Можно я добавлю? Да нигде мы не были вообще. Делали ему прописку. Такую прописку сделали? Да, охуенную. Это и фильтра не надо. Да с этим фильтром на яву уже хрен. Да, не надо фильтр. Такое мероприятие. Мне потом еще 3 дня живот вообще от смеха болел. Там фотографии посмотрел. Я думал, сидел что делать. Ну там, ну понимаете, что такое прописка, да? Ну такая нежная, приятная, чтобы всем было смешно, интересно, красиво там. Ну вот Денис говорит, я, говорит, сам потом еще долго отойти не мог, потому что сейчас саму идею прописки. Денис, вы что, не смеялись, что ли? Смеялись? Не умею! Звали похоже начали. Неофициальную прописку мы сделали во дворе гаража. Люди! Неофициальная часть, когда прописка была, официальная часть у нас была выставка в городе, там все, там парад по городу, полиция провожала, все там так, ну так. На опять эта фигня, да, с мигалками, да? Да, да. А, не было, или было. Мы без полиции, а без полиции очень один раз нормально проехали, а потом зараз. Сейчас не буду, я потом достали уже. Ну и потом уже официальная часть закончилась, мы уже пошли, поехали ко мне в гараж во двор, и там вот этот весь двор зафартовали еще 3 гаража. В одном гараже был стол накрыт, ну, 2 гаража как бы для мотоцикла было, но понадобилось только 2 гаража. Ну и мой 3. Девочки остались недовольны, да? Ну и там все, на улице мы это делали уже официальную прописку, мы там хорошенько дали днем, так уже. Я и заду про эту прописку. Какая прописка, стол накрытый? Ну когда можно прописать? Темень уже на улице, 9 часов, темень. Ну давай мы эту потемку делать прописку. Ничего не видно. Потемка с фонариком бегает. Но в любом случае получилось хорошо и довольно так, скажем, интересно. В общем, сама идея получилась классно. Так. За поддержку, за труд. Держите. Так, значит, уголочек, все такое, конечно, сколько раз мне делать, столько раз и равные цвета не могут подогнать. Ну, то есть ты в вишневочку попасть не можешь. Нет, не мог. Правильно. Так, значит, в следующий раз... Да-да-да, в сливы пускай. В следующий раз, блин, чтобы уже не было вопроса никаких. Синий, красный уже выходит на небо. Стоишь, берешь резиночку на руль одного мотоцикла, второго мотоцикла на руль тоже. И вот он такой вот стоит. Все видят, что это... Не так, да. Я только хотел... Подъехал в магазин, мотоцикл поставил, раз, банок. Пошел. Вышел, свернул. Поначалу и неплохо. Нет, это надо вешать там, где его надо вешать. Не просто так. Это мото-ауто-мероприятие, то, что связано с реалитетом, с автомото-движением. Все, повесил. Не, Георг, а пускай в Эстонии завидуют. Человек серьезно подготовлен. Завидую. Серьезно подготовлен. Именно серьезно подготовлен. Значит, все. А вам сейчас я вам говорю, я вам говорю. Ну вот идет. Рига, Питер. Сегодня приедет. Вот как раз сегодня и поедет. И мне очень удобно, что вот он у меня есть. Вот сейчас у меня есть коридор на границе. Ну, скажем так, не контрабанда какая-то, не наркотики, да, но возможность мне или наоборот на Питер, да, но это все, ну скажем так, в дружеских и почти в законных отношениях. Почти, да. Никакого кризиса. Все-таки чуть-чуть что-то есть. И вот благодаря Мартичу, ну вот как получилось, что нас вела сюда вместе, у нас хорошие отношения. Я ему даже двигатель делал, на 30-ку вот. А почему он тогда нафта? Он съездит в Питер. А там я у Стивенгене стоял. А там такой вопрос. Не то, что нужда, а мысли. Так, вот Матыч за поддержку. То есть это он ближе совсем к нам, да? Слушай, да. Ну, похоже, что да. Белочек можно лучше повесить. Да, чтобы тебя на границе не останавливали. Дома. Ну да. Черешку? Ну да. Да, если ты был дальнобойщиком, то таких кайф висело бы. Просто у нас на обратной стороне должна быть голая женщина. Значит, женщина.
Так, и магнитик, конечно, тоже. Он едет через Астанину. Кстати, вот из-за этого магнитика и скандал получился у меня сегодня. Блин, мне его делают. А ты что, опять с кем-то подрался? Ну, почти. Так, еще разочек, Мартыч, давай. Десять заповедей. И тебе их надо соблюдать. Значит, сейчас ты зачитаешь все, что здесь написано. Всем внимание, никому не говори. Начинай отсюда и пошел до конца. Можно что-то зачитать? Отдай ему свои, вдруг подойдет. Пока он будет... Так, кодекс... Кодекс этикета полноправного товарища. Слушай, сейчас узнаешь. Само слово говорит полноправно, значит, у него есть права. Пока он был кандидатом, у него прав не было никаких. Но мы сейчас есть вот прав. Да? Не уравновешен, товарищ. У кандидата есть только обязанности. У полноправного товарища клуба есть права. Ну, это уже то, что касается юридической части, да, это по клубу. А этот этикет, кодекс этикета. Так, пожалуйста, нет, зачитай. Сейчас он будет принято. Тихо. Основано 29.11.10. Зарегистрировано. Ты не жена твоя, а мужик, говори. 11. Товарищество, это лево клуб. Утверждено президентом клуба кодекс этикета полноправного товарища клуба. И, как сказать честно, мне слово товарищ не очень нравится. Давай. Нет, ну это другое слово. Георг не против всегда. Да. Господин. Мы на общем собрании отказали от слова член клуба. Да. Ну да, это... Да. Прости Бог. Ретро Ява клуб. Было утверждено президентом клуба кодекс этикета полноправного товарища клуба. Полноправные товарищи Ретро Ява клуб обязаны подписывать кодекс этикета, чтобы вами выбранное движение развивалось вечно. Я, Вячеслав Денисов, персональный коуч, неправильный. Какой-то не дал. Неправильный дал. Продолжай дальше. Не, ну, я... Я уже не товарищ. Я уже член. Я уже член, блядь. Клуба. Я уже не товарищ. Ты попробуй считать и соблюдать не правила. Отказывайся. Так, стоп, начинается порядок. Номер. Да ладно, не фоткай больше это. Не надо. Не обращай внимания. Тихо. Номер один. Читать и соблюдать. И соблюдать внутренние правила. Второе. С честью и достоинством читать, отстаивать и не отклонить шевроны клуба. То потом этот второй пункт, я тебе объясню, что это такое. Это очень важно. Ты будешь объяснять в кабинете номер один? Да. В овальном. Это в овальном кабинете. Я не описывал, что под этим подразумевается, но я это скажу устно. Продолжаем дальше. Третье. Быть отзывчивым и решительным. Четвертое. Приложить свою способность и возможность для процветания клуба. Пять. Уважать себя и комрада клуба. Шесть. Воздерживаться от хамства, невежества, необдуманных поступков. Семь. В интересах клуба сотрудничать с другими мотоклубами. Восемь. Не оставлять в беде незнакомого комрада на дороге. Комрада обычно. Комрада говорится. Комрада. Да. Комрада на дороге. Да. Комрада. Беречь свою старушку, как самого себя. Ну что такое старушку, понимаете? Ну да, да, бабушка. Соблюдать строгую конфиденциальность. Да, десятый пункт, это очень важно. Георгий Тимофеев, президент клуба, 31-15. Это конфиденциальность была. А кто такой Тимофеев? Это была какая-то конфиденциальность. Новый президент. Это попробовано. Я это лично. Да, все, замечательно. Кодекс подписан. Почти. Молодец. Распишитесь. Арпунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да. Скажи, Петров. Да, несомненно. Лёха. Это остается. Да, я потом тебе пришлю. Я тебе скину попозже.
Oh, my God.
учитель, блядь, с собой. Он пойдет как главный, блядь, этот самый, как его зовут, ну, с учителем. Короче, как его по-русски? Короче, если не слушай, получишь по жопу. В Олимпии. Между кем? Разногласия вот между всеми собравшими. Членами круга. Кружки члены. Волнуются. Короче так, либо мы идем сейчас все в мойку и паримся. Лех, а можно пройти? Либо всех бьют кем вот из той. Либо палкой бьют. Международные турниры. Так что, что дальше? Георг уже Георг возникает, люди там. Международный конфликт собирается. Вот мы играем. Так, отдай сына, и тогда мы поговорим с вами. Все, понял. Продолжение следует. Налейте по стакану. Я думаю, что она и есть. Подайте к рюмке. Налейте, пожалуйста, по стакану. Она близко к нему и плясала, поэтому. Лёха, все фиксируется. Да. В мой стакан, а не в этот. Какой твой стакан? Там а у меня мой стакан. В бане на столе. Ты куришь там стакан? Там в бане остался на столе. На столе и солдатские.